програмі «Розтяжки під час вагітності». Вчимося правильно говорити. Причини проблем з орфографією. Поради спеціалістів. На початку з'ясуємо, що таке розтяжки. Це дійсно розтягнута кожа, которая потом не может сократиться, они уже не проходят, только можно хирургическим путем убрать. Они есть и у беременных, и у небеременных. Резко похудевшая женщина или мужчина будут иметь растяжки. Эндокринологический пациент с определенной патологией тоже будут иметь растяжки. Поява растяжек – это, прежде всего, генетическая схильность. Есть кожа более плотная, эластичная, которая растягивается, и несколько раз женщина рожает, у нее нет этих растяжек нигде. Есть молоденькая прекрасная девочка, которая беременеет впервые, и все в растяжках. Это качество того, что мы имеем кожный покров, какой рыхлый или более плотный. После беременности они уменьшаются, но они не исчезают до конца, они все равно остаются уже навсегда. Звісно, під час вагітності ми можемо доглядати за шкірою живота та грудей задля того, щоб пом'якшити шкіру і полегшити процес розтягування. Але це не запобігає появі розтяжок. Ми шмажемо сумочку, ми шмажемо руки, тому що ми ухажуємо за своєю кожою. Ми мажемо лицо, а живот розтягується. Чому б не допомогти помазати животу? Это не от растяжек, это профилактические меры, все вот эти крема. Вы с таким же успехом можете мазать детским кремом или там постным маслом любой жировой основы, там, пожалуйста. Вот. Это профилактическая мера, чтобы смягчить вот эти вот все растягивания. Вот. У женщин часто вот в связи с этим зуд появляется на животе, они чешут его тому, как... тянется это все постепенно. Вот. Это профилактическая мера. Это не то, что помазали место и растяжка ушла. Так не будет никогда. Деякі вагітні, купуючи крем для вагітних жінок, задля запобігання розтяжок обманюють себе та збагачують не вельми чесних виробників. Креми можуть бути абсолютно любі, дорогі, дешеві, які угодно. Просто для беременних вони адаптовані, щоб в цей крем не входило нічого вредного, которая может подействовать на саму беременность, на плод. Отже, не ставайте заручниками реклами. З розтяжками чи без них для свого майбутнього малюка ви все одно будете найгарнішою в світі. Мовлення людини формується поступово. Засвоювати навички говоріння дитина починає з пелюшок. Начинается гуление, потом лепетная речь, потом уже словесная речь, потом фразовая, а дальше уже предложения идут. Процесс засвоения мовлення має закінчитися до 4 років. До 4 лет дается такое более-менее вольное общение, вольное разговаривание с 4 лет. В течение 2 лет должна идти конкретная подготовка речи к школе, чтобы в школе не было ошибок при письме. Ну, в розговорній речі. До 4 років дитина засвоює вимову всіх звуків. Логопеди та дефектологи вважають цей процес закінченим та успішним, якщо вимова всіх звуків є чіткою. При цьому не панікують при неправильній вимові, так би мовити, складних звуків. Може бути, крім дуже самих трудних звуків, це звук «р» і звук «л». Тому що це звуки особи. Особливу увагу треба приділити дітям, які наслідують дефекти в мовленні дорослих. В домашніх условиях, звісно, можна раніше почати працювати над звуком речі, оскільки дитина володіє звуковою культурою речі по подражанню. А подражання – це близькі люди, це оточення, це домашня обстановка, це в першу чергу мама. Если у мамы имеются дефекты речи, ребенок копирует моментально. Поставити правильну вимову допоможуть заняття з логопедом, які передбачають вправи на розвиток артикуляційного апарату. Є спеціальні упражнення, коли з язичка роблять лопаточку, коли роблять трубочку, коли свистять з допомогою язика. Це все подражання музикальним інструментам, це все підготовка до речі. Трубочку покажи мне язычком.
Вот умница. Ой, какая трубочка. Воздух из нее подуй на ладошку. Покажи мне чашечку. Сильнее, сильнее. Ой, какая чашечка чудная. Яночка, скажи, девочка. Девочка. Так, скажи, Вовочка. Дудочка. Так, скажи, я Машка. Я Маска. Так, скажи, рыба. Селедка. Цей неслухняний і важкий звук «р», як же його опанувати? Розслаб язичок. Чим м'якший язичок, чим язичок більше похож на блінчик, тим буде тобі легше. Давай. Риба. Умниця. Риба. Риба. Умниця. А тепер попробуй завести язичок пальчиком і убрати, щоб язичок дрожав. Риба. Ще. Риба. Умниця. Ви будете здивовані, але розвивати артикуляцію ви можете в домашніх умовах з самого народження за допомогою забавлянок, які насправді допоможуть дитині в майбутньому. Верхню губу. Два-два-два-два-два-два-два-два. Попробуй. Два-два-два-два-два-два-два-два. Молодець, молодець. Молодець. Два-два-два-два-два-два-два-два. Вот эта игра с детьми как раз маленькими и есть расслабление язычка. Лошадку. Покажи, лошадка. Так, хорошо щелкай язычком. Не торопись. Иногда подъязычную уздечка держит кончик языка, и на счет этого нарушена вибрация. Поэтому это растягивание. Помітити, що уздечка дитині заважає, можна при самому народженні. Ребенок перестает брать у мамы грудь, потому что ребенок присасывается к соску спинкой языка. А как он может присосаться, если у него кончик языка, ну, на вожже, на этой. Поэтому сразу с рождения, обычно врачи сразу говорят, ребенок грудь не берет, проверяют язык и делают насечку под язычные уздечки. Немножко кровяная процедура, ну как ухо проколоть? Там же балана, там, собственно, нет таких тканей серьезных. Якщо вчасно взятися за усунення дефектів у мовленні дошкільника, до першого класу це перестане для вас бути проблемою. Понад 40% дітей мають проблеми з граматикою у молодшій школі. Зошит червоний, у мами нервовий зрив, дитина в сльозах, але нічого не змінюється. На те існують свої причини. Согласно нейропсихологии, у ребенка еще не сформированы высшие психические процессы. Отсюда и концентрация внимания страдает, память, мышление и те ошибки, которые ребенок допускает на письме, возможно, не связаны с какими-то проблемами головного мозга, они являются такими процессуальными и легко подлежат коррекции. Деколи безграмотному письму сприяють логопедичні проблеми. Центр речи в головном мозге очень тесно связан с центром написания. Если ребенок не проговаривает эту букву, он ее не услышит от учителя, который диктует диктант, и, соответственно, не напишет в своем диктанте. Потом таких детей я, естественно, перенаправляю к логопеду или дефектологу. На что потрібно звернути увагу батькам? Если ребенок пропускает букву, если ребенок путает местами слоги, пишет слитно слова или разрывает одно слово на 2-3 части. Если у ребенка очень резко меняется наклон шрифта или меняется размер буквы, то она маленькая, то она большая, это все должно насторожить родителя, и за этим следует обратиться к специалисту. Что делать? Во-первых, это абсолютное принятие своего ребенка. Мы всегда, психологи, говорим об этом, но за этим стоит такое непонимание. Хочется конкретных действий, хочется конкретной помощи ребенку, и это понятно. Есть упражнения, которые формируют
помогают ребенку сконцентрировать внимание, да, и дети, которые делают домашнее задание, иногда требуют в том, чтобы переключаться. Ну, такое одно из таких упражнений, когда ребенку дается текст сплошным текстом написанный, и в нем зашифрованы слова. Ребенку нужно найти или подчеркнуть эти слова. Мозок, як і м'язи, можна тренувати, активізуючи його роботу. Наш позвоночник – это та энергия, которую он пускает в мозг. Чем больше отделов головного мозга задействовано, тем эффективнее работа любого человека, не только ребенка. Соответственно, я думаю, что любой родитель может набрать в интернете стволовая зарядка для мозга и найти те физические упражнения, благодаря которым мозг ребенка станет работать активнее, эффективнее и поступит новая кровь, новая энергия. Есть даже отработанные педагогами прописи, называются они, это прописи Ибадова, так они называются, прописи для гармоничного развития обоих полушарий, где ребенку нужно ручками одновременно ввести разные направления и отслеживать это глазками. А взагалі психологи та педагоги радять не панікувати і дати можливість своїй дитині робити помилки та виправляти їх. Мені хотілося б пожелати родителям дозволити своєму дитині бути некомпетентним, дозволити йому мати право на ошибки. Потому что если он не научится в первом классе допускать эти ошибки, а будет идеально вести тетради, красивым почерком, очень аккуратно делать все работы, то он не научится этого никогда. И позволяя своему ребенку быть некомпетентным, быть немножечко неуспешным, позволяя ему делать ошибки и помогая анализировать эти ошибки, ребенок, родитель закладывает зарок на будущее и формирует успешного, ответственного ребенка. Поэтому любите своего ребенка таким, какой он есть. Я желаю вам здоровья.